А дирижер, дирижер есть? И я буду дирижер. О, как? Да, действительно. Итак, все инструменты получили, да? Песни заготовили? Нет, не готовили? Надо же вас представить, конференция сейчас будет. О! Внимание, внимание, деревня Бега для вас выступает. Симфоническо-танцевально-музыкально-артистический ансамбль. Песни и пряски народов мира и Удмуртии, в частности. Встречаем аплодисментами. Встречаем аплодисментами. Песня. У кого есть вариант, там поднимать руку. Все. Вот так чемпион побеждает только он. Да, вот футбольный матч «Спартаки», да? Но на другое предположение, что только объявляю, у деревни... Берега, есть варианты, что это за песня? Мы угадаем эту мелодию, если вы нормально ее сыграете. С 5 секунд? Нет вариантов. Нет вариантов? Еще. Вообще? Подожди, да, у меня есть вариант. Просят повторить. Итак, подавись, пожалуйста, без объявления. Раз, два, три. Так, есть вариант. Масадули в огороде? Нет! Ваня! Со второго раза угадали, вот мы молодцы какие, правильно? Хорошо играют, хорошо. Хорошо играют? Инструментами с нами поделитесь, мы вам тоже сыграем. Хорошо, давайте из деревни Карамаз, деревня Берега, по инструменту также в руки. Они уже песню, надеюсь, придумали. Уже песню придумали, нам, кстати, дирижером надо выбрать. Кто дирижером будет у нас в деревне? Кто умеет дирижировать? Вот давайте вы будете дирижировать, умеете дирижировать? Да получите, Слава, вы же перестали. Там всего лишь руки поймать. Всего лишь руки поймать. Ничего страшного. У нас коллектив тоже талантливый, все все знают. Они вертуозы у вас. Итак, встречайте. Сборный музыкальный хор деревни Пельга, недавно вернувшийся с гастролей из Лос-Анджелеса. Ого-го-го-го. Это в Тульской области. А, Лос-Анджелес, Тульская область? Лос-Анджелес, Тульская область. Село, может быть? Не надо. Ну хорошо, хорошо. Сборный ансамбль песни, пляски, игры на всех музыкальных инструментах деревни Пельга. Встречайте аплодисментами. Ура! Все, кому инструменты не досталось, если говорят, вот при танцовку. То танцовка же будет. Так. Есть варианты деревни Карамаз? Это ужас какой-то. Это какой-то... Но, не надо. Это сплошная какофония. Как будто гуси там у вас заблудились где-то. Да, это... Значит, это... А давайте, может быть, сейчас все-таки нам сыграет Карамова Буранова. Да, Карамова Буранова. Я надеюсь, у вас уже тоже появились свои дирижеры, свои исполнители, ну и, конечно же, вы.